Если ты не гей, то на лайк нажми скорее. Хай, дорогие друзья, всем здорово, на связи Леха Такс, и мы вернулись уже в 2022 году на Радмир, пацаны, чтобы сегодня просто слить, так сказать, 41 миллион рублей у меня на руках. Первая новость, которую я зашел сегодня, просто я открыл бизнес, хотел показать вам статку, смотрю, у меня продуктов нету, я нажимаю изменить, нажимаю заказать продукты, нажимаю премиум, пацаны, нажимаю 5000 и бизнес, короче, пацаны, в чате, смотрите, он опечатан, короче, и, ну, блять, это очередной бизнес, который я просто на празднике буквально отлучился от сервака, ну, буквально на 3-4 дня. Кто-то схавал на Новый год все продукты, я не знаю, кто устроил какое-то лютое застолье. Ну, попробую решить эту проблему. Ладно, что мы будем сегодня делать? Мы будем открывать контейнеры. Ну, еще я решил в серии по контейнерам добавить следующую историю. Мы будем каждый раз ближе к концу серии залетать в казик, пацаны, и ставить лям на одно лишь число на рулетке, пацаны. И будем смотреть, что из этого получится. Рано или поздно, я уверен, нам повезет, а вы сами знаете, что мы можем получить 36 лямов, если нам выпадет одно лишь число. Поэтому погнали сначала на конты, дальше уже как пойдет. Пацаны, я уже здесь, все разбегаются по контейнерам. Я вижу два дубайских, мы будем сегодня лупасить дубайские, пацаны. Там кто-то говорит, что Юшка умерла, о чем речь вообще, я не понимаю. Может быть, про казик, но мы сегодня пройдем в ближайшее казино. Но мне интересно это реально, пацаны, испытать. Вообще, следующая серия, я вам проспойлерю, она будет интересная, поэтому ждите ее. Она будет называться «Контейнеры против казика». То есть я беру одну сумму, наверное, по 30 миллионов, иду на конты, в течение там 15 минут открываю конты, и потом в течение 15 минут иду на казик. Сегодня это будет в конце, ну, посмотрим, что из этого получится. Ладно, уже 10 секунд, но серия, которую я вам предлагаю посмотреть следующая, она уже, ну, типа, будет записана, наверное, сразу. Я не знаю, как пойдет, будут ли у меня бабки, останутся или нет, но, тем не менее, пацаны, открываем первый контейнер. Я закидываю вам спойлер сразу, так сказать, сходу. Rolls-Royce. Это не окупной, но он у нас не забирает деньги, это хорошо, спасибо и на этом. Дубай. 12-120. Я успел в последнюю, блядь, секунду, я вам серьезно говорю. А это хорошо, когда успеваешь в последнюю секунду, там сразу же просто заложена самая жесткая, самая неебическая машина, которая только может быть. Ты что, буканул? Или мне показалось? Да не, я все слил. Да не ты. Ты этот голый, блядь, в снегу весь. Тебе не холодно? Ематя, замело, брат. Лёх, слышь? Чё? А ты что, морги не продаешь? Не-не-не, ты чё, это, бля, не-не-не, пацаны, одна секунда, смотрите, я ухожу сразу в окуп. Все, закрываю серию. Хуйня. Ладно, не получилось, но такое бывает, и, скорее всего, смотрите, вероятность 80%, что в таком случае третий контейнер по Дубаю будет неокупной, но мы проверим это прямо сейчас, давай. Так, все, я иду его открывать, пацаны, я вам отвечаю, есть такое ощущение, что вот когда так залетаешь, два неокупных, вот Rolls-Royce, там, Huracan, вот это вот все говно, то третий падает неокупной. Ну, типа, я хочу это проверить, так или нет. Хотя, с другой стороны, последний раз, когда Пчуба стоял вот здесь, стой, братик, вот твой скин последний раз здесь стоял, мне очень жестко повезло, насколько я помню, да, с Пчубой. Давай вот ты будешь стоять, мы проверим, везет или нет. Экс, да я тебе отвечаю, вот твой скин стоял, типа, есть же теория, что какие-то скины, они типа приманивают удачу. Вот твой скин должен это сделать. Мне кажется, оно так и есть. Я потому что запомнил, что в прошлой серии такой скин здесь стоял, апчик бы, АБМы. И мне повезло. Открываем. А давай проверим, реально. Ну, бля, ну, походу, да. Давай еще раз попробуем, слышь, давай еще раз попробуем. Бля, ну это уже хорошо. Это уже 15 монитов. Во-первых, я свою теорию не доказал, там, где 80% у меня было на то, что, блядь, не повезет. Мне повезло. Ну, блядь, потому что здесь был удачный скин, поэтому как бы не считается. Во-во-во, вот эта тема наша. Апчикба, сюда и. Ой, да, вставай здесь. Так, а этот дружище-то, он хочет что, поставить ставку, что ли, или что он тут? Бентли? Какой Бентли? Ну, бля, в принципе, все Бентли окупные. Поэтому да, какой Бентли, блядь, они все окупные. О чем я говорю, блядь? Там же. Ну подожди, там есть бы. Continental GT не падает с конта. Он вообще есть на серваке или нет? Есть же? А Continental GT и Bentley есть на сервере? Или я совсем уже перепутал нахуй все? Просто я вот что-то подумал, ни разу не падал Continental GT. Есть ли? Bentley только один. Да нет, Bentley только два, пацаны. Че вы, блядь, несете вообще? Ну такое, не повезло. Так, ну здесь у нас не прилетел дубайский, поэтому я замеру Америку, пацаны, потому что Доджи еще пользуются популярностью. После того, как я выбил в одной серии 3 подряд, еще потом сверху 4 выпал, насколько мне известно, на сироке больше они не падали. Либо падал один, и того их там 5. Ну типа это немного. Я знаю, что на некоторых серверах их уже побольше и значительно побольше. Поэтому как бы, ну, экономика не совсем заруинена, так сказать. Опа, апчикба, ебать, пошел контент. Да ты просто это... Наливай мне горелки стаканчик. Бегает по полю весело кабанчик.
Бля, ну ты танец Ивана Золы, бля, пацаны, отвечают. Самый настоящий. Ну на дочь не похоже. Похоже на Мерс. Ну вроде Мерс, да, за 3 миллиона. Я точно не знаю, что это за машина, пацаны. Ну бля, это вроде Мерс, да? А вот это жир полетел. У нас есть деньги, мы можем себе позволить. 36 миллионов, но было 41. Типа, пока не в минусе, я скажу, это херня полная. Это такой разгон, качели. То есть обычно эти качели сразу забирают половину. Сейчас забрали всего там несколько миллионов, поэтому следующие выпадающие дорогие машины сразу уводят нас в плюс. Я хочу сделать как? Мы уходим в плюс, там, ну да, на 41, мы там уходим буквально, ну я не знаю. Ну давай все, что будет сверху, мы будем заряжать на число в рулетку. Ну то есть будет 50, мы 9 раз на число поставим. Блядь. Ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. Я точно не скажу сейчас, пацаны, как это пойдет серия. Все зависит от удачи. Пока, ну типа, ну мы в плюсе, это хорошо. Мы возвращаем свои бабки потраченные. Но нету какого-то жира. Мы ждем жир. Короче, пацаны, здесь очень много американских. Раз, два, три, четыре, там и еще. Бля, я, короче, считать не умею, пацаны, забейте. Очень много, в общем-то, американских. И поэтому один из них я забираю. Ну, потому что другого варианта нет. А ты что, уже переоделся? Ты, я так понимаю, за место биткоинов в скины в Радмире, да, вложился? Ждешь, пока они поднимутся в цене, и там потом уже продашь, да? Ты инвестор в скины, да? Бля, я так и понял. Ебать! Я аж немного испугался, что думаю, крутится передо мной здесь. Так я таки к такому экшену не готов. На контейнерах обычно все мирно происходит. Они тут, блядь, крутятся, что-то вертятся, как спиннеры какие-то. Ладно, мне кажется, уже спиннеры. Люди забыли, что такое спиннер. Давай, ладно. Ой, там что-то квадратное. Ну, блядь, не совсем. Ну ладно. Пацаны, есть дубайский. А, дубайский — это всегда хорошо, пацаны. Дубайский — это прям вот, не знаю, надежда, что ли. Я типа не знаю, но мне нравится их открывать. Это прям каждый раз ты рискуешь. Но 12 миллионов, бля, я могу 12 раз поставить на число в казике. Этот шанс, ну типа он большой. Ну то есть 12 из 36, по факту. Ну понятно, что не так, немного меньше. Но какая разница, я могу 12 раз испытать удачу, выбить одно число из 36. 36 чисел — это не так много. Машин в контейнере больше. Вот. Но таких, которые окупают его прям нормально, а еще бы в 36x, их практически нет. Поэтому, наверное, сука, мне интересно сделать вторую серию, которую я вам заспойлерил. Бокстер, ебать. Ну просто молодец. Это просто руина полная, самая настоящая сейчас произошла. Ну бля, ну вот это обидно. Дружище, ну ты не забираешь контейнер. 12-120, раз за 3. Я успеваю за последнюю секунду опять в очередной раз. 30 мультов. Сейчас должна выпасть тачка, ну минимум за 20. Минимум. Минимум за 20, минимум за 20, чекайте. Кто думает, за сколько машина? Кто будет ближе к цене, тот получит 4000. Да я мог, чё, как я этот переводить буду? 4000 дам, кто угадает ближайшую цену к тому, что выпадет. 10 кака. 12, 15. Ага, 10, 14. Я не запомнил, сами запоминайте. Кто ближе был? Да, ну скорее всего 15, да, вот этот говорил, да. Да, ну да, ладно, ладно. А слушай, интересно я придумал, бля. Они еще и ставки ставят, пиздец, мы просто. Ну тут уже крыша едет, пацаны. Тут у нас уже букмекерская контора, блядь. Это пиздец. Открываем кейс. Продаю в порту, ну потому что, ну ее уже, ну она никому не нужна, пацаны. Да, она стоит 15. А, так он угадал. Ебать. Он точно сказал, он даже не близко, он точно сказал. Оп, есть дубайский, сразу. Сразу, пацаны. Короче, смотри, я думаю, там тачка за 30. Ты с какую сумму назовешь? Ты вот в прошлый раз уже угадал. Ты угадал точно. Давайте, говорите. 25? Я говорю 30. 28. Ну, блядь, что-то как-то с надеждой все, я скажу. Ребят. Ну, Данила сказал самое минимальное. Поэтому если выпадет говно, то он получает 4000. Интересно. Давай посмотрим, что будет. Так, получит ли Данил 4000 или получу я? Ничего. Ну, блядь, 30 миллионов вообще-то. Открываем. Тут Данил оказался ближе. Блять, ну, было очевидно. В целом. Переводим ему 4000. Ну тут такое. Ну понятно, что тут такое. Но типа, ну в любом случае ты ближе угадал по цене. О, там бибику с Китая выбили. Пидор. Мне нравится реакция, когда это говно падает. Там вообще люди просто матерятся. Зачем эту машину добавили? Так, ладно, очередной дубайский. Очередной дубайский, на балансе уже 28. Ну, типа, блядь, еще не огорчаюсь я на самом деле. Бывало и хуже, честно. Бывало и хуже, но мы вот в новом году залетаем. Надеемся, что с новыми шансами. Ну, конечно, типа, я не думаю, что там по годам что-то там заложено. Но с другой стороны, Бентли, она практически не падает. Но она упадет когда-то, рано или поздно.
Ну, бля, я вспоминаю, сколько я Субару пытался выбить, пацаны. Субару выбивалось у нас там, бля, чуть ли не 2 года. Типа, достаточно просто выбить, как бы, да? Ты сам видел, сколько раз на моих глазах ее выбивали чуваки. А здесь вот прям, ну, не получается. Это Бентли дебильно выбить. Но надеюсь, оно прямо сейчас выпадет. Там что-то небольшое. Надеюсь, это не Бокстер. Но похоже, что... А, ну это Феррари, бля. Ну, бля, ну это... Ну хотя бы это не Бокстер, потому что было похоже, что это Бокстер, я был уже уверен, что это Бокстер. У нас 2 Дубая, я попробую проказ дать. Я назову это так, потому что, ну, типа, ты сразу идешь по одному конту и потом сразу на другой, поэтому 12-120 сразу забить нужно. 12-120, раз, два, три. Ctrl-C, все, и сразу потом летим на тот конт. И мы успеваем его забрать, потому что его никто не трогает. У нас есть фора буквально там 20 секунд, мы добегаем, ставим ставку и забираем сразу. Это называется проказ, пацаны, все, бля, это уверенно. Мы себе, так сказать... Нафармили на Аганим, и сейчас у нас ультанет кейс. Все, блин. Какой Rolls-Royce? На самом деле, Rolls-Royce... Бля, ну их же окупных не бывает. Я не вижу, что там за машина. Пфф, угадал, ебать. Блять, быстрее, я прокаст обещал дать. Пацаны, 11 секунд, но я успеваю его дать. Следующий просто. Опа. Найс. 29 секунд. Ну, бля, как... 4000 он угадал, на самом деле. То есть, как бы, вы можете угадать, что за машина, и получить 4000. Вот такая викторина. Не, давай, по суммам, не. Я по суммам заебался запоминать, кто. Марку, говорите марку. Кто какую марку называет, тот и побеждает, 4000 получает. Феррари, Бентли. Пять какая-то, сумму называют. Бля, я говорю марку, он мне, блядь, деньги. Я не знаю такую марку, 5 кака. Ламборгини. Фера. Ха, никто не угадал, никто Мерс не называл. Ха, бля, 4,5. Ну, может, и называл, но я не слышал, не видел. Так, пацаны, у нас есть дубайский. На баланс я уже боюсь смотреть, потому что 15, блядь. Походу, мы уже пришли к тому моменту, когда мы сейчас поедем в казик. Это пиздец. Ну, то есть... Ну да, если у нас уже будет меньше, чем возможность поставить на дубайский, все остальное я на число. Вообще другого варианта нет. Я даже не знаю, как это объяснить. Но типа это как-то, блядь. Ладно, я залетал и 90 миллионов проиграл, но 41 проиграть так подряд как-то, ну, не хочется. Ну прям, кроме SLS-ок ничего не падало. А хочется SLR McLaren. Или хочется SL300. Кибертрак? Это кибертрак. Блядь, как оно... Как вообще? Ну по тени не угадаешь вообще никогда, ну... Да. Все. Все, пацаны, блядь, доигрался. У меня есть 10500, я на 10 чисел поставлю. Все, другого варианта нету, полетели. Посмотрим. Заходим, отдаем 5 косарей и... Ну, я 33 только херачу, пацаны. 33? Блядь, ну я не знаю, какой шанс, но типа, блядь... В контах вообще, ну мы оставили больше. То есть то, что мы сейчас тут 10 оставим, просто пытаясь выбить число, но это, ну... Это смех. Это не сравнится с тем, сколько мы там оставили, но это дает возможность просто колоссальнейшую. Левый альт для ставки. Дождитесь окончания. Ну давай, доигрывай. 6 выпало, нормально. Скорее всего, вы не видите интерфейс. Я потому что в монтаже потом замечал, что там не видно интерфейса из-за вебки. Ну типа это не страшно, там ничего интересного. Левый альт для ставки. Так, подожди. Ага, 33. На Enter же, да, ставится? О, отлично. Миллион. Миллион. Ну я поставил. Внизу, я думаю, вы число видите. Поэтому как бы проблем никаких нету. 33 на... Лям на 33, блядь. 22, ну блядь, похожее число на самом деле. Ладно, еще раз. Ничего страшного, блядь, отыграемся сейчас. Пиздец, блядь, Новый год, блядь, просто бизнес проебал. На конты поменял. Нормальная тема, нормальная, ладно, крути. Лям просто фишками. Я знаю, что это число может выпасть. Типа, я не буду никакое другое угадывать, я буду вот его ставить. Все, мне не волнует ничего другое. 33. Блять, нет, не рядом ни разу. Левает. Так, мы уже 2 раза поставили, но мы еще можем 8 раз поставить. Еще можем 8 раз поставить. Зато если выпадет, ну ты сам понимаешь, что мы вернем все свои деньги, которые мы всрали в конты. Это 36, возможно, выигрыш 36 миллионов 630 тысяч. Вы не видите, скорее всего, закрытая вебка, но я могу реально 36 лямов 630 тысяч выиграть, если выпадет одно гребаное число. 23, ну ёб твою мать. Давай. Так, у нас еще есть возможность 7 раз его, да, поставить.
я думаю, нормально все будет. Я думаю, все хорошо будет. И главное, что эта рулетка крутится быстро. Фактически сразу, как только ты поставил, она сразу крутится. Бля, жалко, нельзя увеличивать. Типа, ограничение в миллион на самом деле стрёмное. 25, но она уже ближе, она уже подходит. Она уже подходит, то есть медленно, наверное, она идет к моей... Ну, блядь, денег может не хватить. Раза три, раза три. Я ставлю. Чё по балансу-то? 5500, еще 5 раз можем поставить. Еще 5 раз можем поставить. Пфф, какой 32? Какой 32, блядь, вы чё гоните? Какой 32, бля, алло? Алло, блядь. Какие 32? Чё гонишь? Бля. 4 ляма. 35, да ты иди ты, блядь, ты чё гонишь? Ты чё гонишь, алло? Подожди. Так не бывает. Сейчас точно то, что нам надо, оно выпадает. Это пизда, просто. Три мульта осталось. Ебать. Давай. Давай, блядь, давай. 27, да ёб твою мать, почему ты так рядом-то всё? Оно прям реально рядом, 32. Да ты же вообще просто рядышком. Так, Enter, миллион. Раза три. Ну еще два раза хватит, пацаны. Ладно, 2,5 можно там еще 500 зарядить, так что не проблема. С голой жопой уйдем отсюда, блядь, если что. Или не уйдем. Скорее всего, не уйдем. 5. Да, блядь, оно падало уже. Блядь, пацаны, блядь. Кто это вообще придумал? Кто это придумал, блядь? Страшно, блядь. Еще 1,5 ставки. Еще 1,5 ставки, блядь. Давай, сука, верни бабло, все, Радмир, алло. 13. Так, ну миллион мы ставим точно последний раз, а потом оставшиеся деньги уже точно. Последний шанс будет, конечно, сладко выбить, но... Нужно, чтобы лям выпал, понимаешь? Уважение в минус, мне это вообще бесит. Ну ладно. Ладно, пацаны. Пожалуйста, поставьте лайк, блядь, ну 41 лям, ну просто за 15 минут, блядь. В трубу спущено. 8. Сколько там? 563? 141. Все. Погнали. Погнали, ебать. Вот эту сумму вводим. Нажимаем. Все. На балансе, блядь, как вы видите. Ну просто, ну дырка от бублика. Иди нахуй просто. 32, 34, да. 35, да. Иди нахуй просто, бля. Ну... Мне смешно все равно в любом случае с этой ситуацией, пацаны. Ждите вот эту охренительную серию, которую я вам проспойлерил, она обязательно будет классная. Я с вами прощаюсь, ну типа, ну, я не расстраиваюсь на самом деле. До скорых встреч, пока.